Хорошо. Дорогие друзья, многие спрашивают, говорят, что ты написал «Ласковый май»? У меня был клавишник Сережа Васюта. И мы в 89-м году с ним пошли в Адлере в кафе. Я говорю, Сереж, все говорят о том, что надо написать одну песню. Юра Шатунов должен написать одну песню, ты должен написать и я. Он говорит, давай вместе. Давай вместе. Я беру салфетку и на нем написал всего несколько слов. На белом покрывале января. Сегодня для всех випов звучит эта песня. Поехали.